Нам нужен секретарь судьи Кривлиева и председатель суда. Почему это быстро побежать? Успех. Либо приседайте сюда. Сейчас только вы не уходите, мы должны. Вам сюда нельзя заходить? Как? Можно. Ничего нельзя. Вы запросили. Две минуты. Зовете. Мы ждем уже. Знаете, сколько ждем? Издевайтесь над людьми. Нет, никому. Ну, нам этого туда. Мы бессовестны. Тебе Кичмаренко нужен? Распорядитель, вы к кому? Нам нужен Крикливый, помощник, секретарь. Сейчас узнаю, заседание может быть. Нет, заседание у нас, его нету точно. Ждем. Крикливый тут, кстати, есть. Дверь закрыта была, он закрылся. Дверь была открыта. Да? Он закрылся, я же стоял, видел. Мы видели. Да? Олег Михайлович, открывайте, мы видели, как вы туда зашли. Михайлович. А, Миколаевич. Так что вы поможете, куда вы? Я иду в зал посмотреть. Если его нет, его в зале нету, мы оттуда. Не знаю, где его туда искать. Кто знает? Кто знает? Почему у меня рабочее место? Кто вам сказал, что его нет? Ну, в зале суд? В коллегии, в другом заседании. Я не знаю, я что говорю. Я попытался, я же пошел с вами, я думал саму выяснить что-то. Как вот девушка сказала, я же ничего нового не узнаю. Что мы сейчас с ним сделаем? Помогите нам, пожалуйста. Секретарь, помощник нужен, кто угодно. Крикливый. 16 заседаний. До сих пор судей нет. Ни помощника, никто не будет. Сейчас человек, как вы говорите, не листает с полочкой. По его делу. По его делу ДТП. Ой, нет, там жалоба. Нет. Жалоба на прокурора. Он просто трубку не берет. Вот в чем дело. Уже назначено слушание, было во вторник, и принесли слушание на сегодня. Да, и сегодня вы пришли на заседание, никого нету? Никого нет. Пусть он повестку даже перенесли на заседание. Вот что ты пустил? Вы можете присесть, я сейчас пытаюсь связаться с судьей. Я оглашу свое решение, потому что мне люди ждут так же, как и вы. И верну слово. Ваша жена там собрала. Ты что, на заразе комнаты к нам выпьет? Ему судья звонит. Вам судья звонила позвонят? А кто жалуется, скажите? Кто? Кто конкретно жалуется? Не, понятно, ребят, я вам честно скажу, лично с моей стороны прислушайтесь, не прислушивайтесь. Если бы вы нормально, например, хотя бы ко мне подошли, скажите, там, найди или что-то. А где ты был? Мы были на втором этаже, там тебя не было. Кому там пусто? Там три адвоката проходили. Это не было. Там не было никого. А я в общем говорю, стучать, но оно бездействие. Ну, выйдет, когда, ну, там, ну, результата этого нет. Ну, постучать, чтобы позвать. Мы звонили, посмотрите, сколько набранных номеров телефона. Я не буду спорить, я говорю, действие, честно, для вас было бы увидеть, когда следующее заседание его, там бы вы его споймали перед коридоре, правильно, перед залом судебного заседания. Нет, ну что мы должны его ловить? А если не будет следующего заседания? Там нету таблицы, списка. Там нет списка. Вы смотрите с другой стороны. Вы смотрите с другой стороны. А надо со стороны граждан смотреть, а не со стороны. Кто вам пожаловался, скажите? То есть вам никто не жаловался? Чего вы сюда пришли? Чего вы сюда пришли? Кто вам пожаловался? Никто не жаловался. Чего вы пришли? Граждане испугались. Вы пришли и сказали, что жалуются люди. Кто? Видишь, врет. Один дал присягу гражданам работать по закону Украины о милиции и врет. Вы врете. Понимаете, я хочу, чтобы сотрудник милиции пришел, и я его уважал. Вы сразу врать начинаете, сразу.
Скажите, что вам кто-то пожаловался. Знаете, честно, знаете, надо быть честным. Вы понимаете? Почему он врет? Потому что вас любой ответ не устроит. Вы говорите за доверие. Какое? Но я скажу честно. Это вам так налили, что не. Я надеялся, устроили. Что он скажет, что я судья крикливый. Ну, если вы сами там. Судья крикливый, спрятался за дверью. Может, он плохо, он закрылся. Что нам делать? Вот как гражданин помог. На улице, да, это его частный кабинет. Если было. Вот, не может частного нет. Ну, я не говорю частного. Он в Нарачи. В Нарачи может кто-то находиться? Какая Нарачи? Ну, он может находиться в Нарачи. Вы хорошо, знали, может выйти помощник или секретарь? А я не знаю. Вы понимаете, они живут за бюджетные средства. Граждане не должны ждать и, не знаю, еще что-то. Не, я честно не спорю. Ваша же работа для граждан, понимаешь, мне наплевать. А вот заявите. Он приехал, вот для чего он приехал, этот человек? Я должен этим заниматься, это издевательство. Это мы с тобой молодые, а вот ему тут ехать. Я не спорю, честно, я говорю, что я не знаю. Только из-за этого мы здесь, вот я вот здесь. Вот, потому что он не может сам свои права защитить. Вот да он тоже может, просто вот почему издеваются, здоровые издеваются. Сучку, которая меня рассадила мимо жены, сопливая сучка. Отмазывают двери, ГАИ его был, ГАИ, прокуратура отмазывает. Суды. И сейчас и суды. То, что я лазил по этому центру города, никакой, сейчас чуть-чуть, никакой добирался до облгорода. Раз-два. Каждые сутки, что прихожий, ты выпроваживал. Пытается тебя отмыться, и тебе на весь лапши. Я знаю, вы из Нарачи комнаты уже вышли? Уже огласились? Я не в Нарачи комнате, я в лошадь Мишине. Пусть напишет мне повестку, я уйду, ради бога. А вы можете оставить свой телефон и его сообщить? Телефон не надо, чтобы на бумажке было написано. Чтобы потом не было. Да пусть не стесняются выйти, мы видели. Вы пугаете людей. Чем? Так пусть увольняются, если вот. Я зайду за угол. А тут родители, которые обратились, они находятся в коридоре и не сообщили дату. Подъездку, пусть я сочу. Можете позвать еще нескольких судей, консилиум. А к какому залу им подойти? Не-не, мы отсюда не уйдем. Это слово, что если там сейчас подойдут? Я даю слово, гарантирую. Я здесь на месте, вот мой кабинет, если что. Можно будет подняться? Да. Как ваше имя вообще? Коваленко Вадим Николаевич. Очень приятно. У меня Андрей Кириллович. Да. Ждите возле 233 зала. Так нечестно, так неинтересно. Вы шантажом занимаетесь. Не шантажом, а дал слово. Сейчас пришла, где ты хотел с тобой. Человек дал слово. Закройте перед ним дверь, у него да. Нету магнитика, пожалуйста. Закройте, закройте. Да. Шо. Заставляют приезжать всех. Все, вышло. Видите, вот это честно, это взрослый парень, еще и накачался. Вроде бы как мужик, вроде бы как мужик, а ведет себя как баба. Или как крыса, не знаю. Вот как можно назвать нормально вот такое поведение? Ты же не скажешь, что это... Мужественный его поступок. На третьем этаже также зашли. Я сказала, если я так... Ну и что, скажите, это ваш мужественный поступок или нет? Для чего вы такой крепкий и мощный мужчина? Для того, чтобы поступать как... Ну о чем вообще? Ну о чем? Вам звонят, вы не приходите. Заседание на 4.30. Какое заседание? 16.30 какое-то. На 16.30. Дай повесточку, мне выпиши. Я напишите, что это беспардак ваш, ну вас Сидоров. Я завтра приду, там все. Сидоров. Вы прячетесь, вам в дверь стучишь, вы не выходите. Заседание не состоится. Сообщи следующую дату. Какие вопросы? А выйти сейчас нельзя было, когда вам стучали в дверь.